Все любят сказки, даже те, кто в них не верит, потому что они полны сюрпризов и неожиданностей. Никогда не знаешь, что из чего может получиться и что в следующую минуту произойдет. Но всегда известно главное – все кончится хорошо. Хотя начинаются все истории по-разному. Сашка, командуй. Наконец-то доехали. Давайте разгружаться. Вот увидишь, обязательно что-нибудь забыли. Ты сама все укладывала. Переключи, топ открой дверь. А ты помогал. Анька. Сынок, иди открывай дверь. Не, Анька, а Анечка. Топай давай. Дайте мне торт. Держи. Ну, чего мне брать? Зевс, сидеть. Да, слушаю. Кто? Мама? Как на вокзале? Выезжаем. Дима! Дима! Нужно срочно возвращаться. Мама приехала. Приехала. Бабушка! Бабушка приехала! Нужно ехать на вокзал забирать бабушку. Может, и сама. А ты хочешь до следующего года выслушивать, что ты черствый зять? Черствый – это значит вчерашний? Черствый – это значит не донес сумки. Так, вы остаетесь, Сашка, за старшего, а мы едем за бабушкой на вокзал. Пока-пока. Ведите себя хорошо. Трудно найти человека, который в Новый год не придумывал бы сказку и для себя. Все они разные, как судьбы людей. Но сказку о любом человеке можно начать словами «давным-давно». Даже если между началом и финалом проходит год или всего пара дней. Итак, давным-давно в одном темном холодном месте жил-был лом. А мне моя пишет: Санек на елке Деда Мороза уронил. Сын? Ну да, младший. Дед Мороз его танцевать заставил. А Санек разошелся и Деда Мороза уронил. Вместе с гармошкой. Ох, он у меня плесун, такие кренделя выделывает. А мне дотюрка. Мечтает о компьютере. Вот вернусь и куплю ей этот самый компьютер. Она у меня умная. В маму. Почему в маму? В меня. Была бы ее мама умная, рад вышла за такого, как я. Лом, а ты кому писал? Себе. У нас на площади большую ёлку наряжали. И мы к ней к 12 часам ходили и под ней Новый год встречали. А мы подарки ходили покупать. Все вместе. Выбирали, кому что нравится и на что денег хватает. Санёк влетал в магазин первый, к продавцу сразу: где тут у вас оружие?
Так он эти пистолеты да автоматы любит, я даже пугаюсь. Вырастет еще бандит какой-нибудь. В папу? Дурак ты. Лом, а ты обычно что под Новый год делаешь? Бегу. Никто не бежит без причины. У Лома на воле было очень важное дело. Скотина. У всех людей, у всей страны праздник на носу, а ты такое вытворяешь. Кому? Мне? Всему личному составу? Корешам своим настроение портишь. Я ведь теперь должен усиленный режим врубить. Сомневаешься? Правильно, ничего не сомневаешься. Врублю. Ты посмотри на себя. А? Уважаемый зэк, под 30 лет, в 2001 году бежал из-под стражи, в 2002, 2003. Бежал каждый год в Новый год. Одно и то же. Ты? Да. Да. Ищем. Ищем. Да, подключена. Бригада МВД. Да. Батальон внутренних дел. Найдем. Обязательно найдем. Угу. Так точно. Есть. Есть, Петр Андреевич. Есть.
Опять к Борису Петровичу побежал. Да, Боря, Боря, тебе не позавидуешь. Кажется, никого нет. С завтрашнего дня поставим людей на крышу и в подъезд. Только не уезжайте, пока я не выйду на балкон. Конечно, Борис Петрович. Спорим, он одевает памперсы, чтобы в штанах было тепло и, главное, сухо. Это что? С наступающим вас! Вас также. Так, заготовки. Метнулись спать. А мама с папой еще не звонили. Так что не ясно. Спать бегу. Дети, возьмите трубку, это папа. Дети, возьмите трубку. Да, папочка. Даем. Да. Что? Да сам вижу. Не волнуйтесь, к утру дороги разгребут. Да не волнуйтесь вы. Покушали, помоют, почистят, уложу. Пока. Значит так. Дороги замело, машина в сугробе, и прятки будут только под утро. Спать! А почему так рано? Потому что перед бабушкой лучше выспаться. Ага, попался. Что, пощаду запросил? Я на того напал, всех завалю. Ты что, не знаешь, на кого ты нарвался? Ну так сейчас узнаешь. А еще вот такую хочу. Дмитрий очень скоро освободится. Дима. Да, Лев, я слушаю, говорите. Кто? Борис Петрович, какими судьбами? Опять сбежал? Вот, Борис Петрович, жизнь штука круглая. Угу. Как новогодний шарик. Ладно, в любом случае, спасибо за информацию. А то мы уже волноваться начали. Ага, давай. А, Боря! Борь! А если мы его все-таки возьмем, сколько? Борь, ну ты курей, да не смеши. Во! Во! Уже теплее. Каждому. Боря, с тобой становится приятно вести дела. Угу, давай. Ну что там, закончил? Финал. Димон, а кто у меня там по спине шастает, а? Это как бы мыслями навеяло. Мыслями навеяло. Блин, что навеяло, а? Что навеяло? Это ж спина, это тебе не забор, чтобы... На ней всякую ерунду рисовать. Ты бы, блин, еще чебурашку с крокодилом Геной нарисовал. Да не, Гош, ты не понимаешь. А, просто смотрю, картинка вялая какая-то. Ну, пальмы, ну, мираж в пустыне.
Угу. А сюжета нет. Сюжета нет. Тебя, твоей индивидуальности нет. Это не мужик. Это ты, Гоша. Это, прости за высокопарность, твоя одинокая бунтарская душа посреди всемирного холода прорывается к солнцу, к мечте, к празднику. Посреди всемирного холода? Гений, выкрутись. Ну, во всяком случае, такой точно ни у кого не будет. Хорошо, как вламываться в чужую сказку. И другим сюжет изменишь, и сам нарвешься на приключения. Я сейчас сделаю потише. Что, Боря? Опять? Сбежал. Подлец. А ты на могилке был? Был. Прибрался. Прибрался. Я даже оградку заменил. Мне опять к маме уходить. Может, останешься, а? Ну, конечно. Мы с тобой друзей позовем.
мы с тобой такой Новый год устроим. Не придут. Вова, Вовка! Ну что? Я в туалет хочу. А я спать. Вова, включи мне свет. И когда ты только до выключателя дорастешь. Ура! Дед Мороз! Стоп! Взрослые в доме есть? Нет. Дедушка, вы к нам? Ну да, да. Ура! Тихо, дети, не кричите так. Я на минуточку, я сейчас вернусь. Видите, я пока без подарков. Сейчас бегаю за подарками и вернусь. А где подарки? Дедов Морозов без подарков не бывает. Конечно, не бывает. Были у меня подарки? Были. Целый мешок. Попросил я как-то на елке одного пацана сплясать. Так он так разошелся, что сбил меня прямо с ног вместе с баяном. А какие-то ушлые ребятишки под шумок все подарки свистнули. Вот жизнь пошла. Так что хожу теперь с пустым мешком. Настоящий Дед Мороз. Да? Мама с папой где? К нам приехала бабушка с вареньем, мама. А ты чего про бабушку рассказываешь? Деду Морозу нужно стихи читать. Рассказывай, девочка, рассказывай. К нам приехала бабушка, а мы всю жизнь мечтали встретить Новый год в загородном доме всей семьей, а семья без бабушки не полная. Вот и приехала к нам бабушка. Мама с папой к ней на вокзал поехали, а дороги замело. Вот и не могут они теперь к нам вернуться. Вьюга воет, Вовка храпит, пол скрипит, в углу что-то шевелится. Знаешь, как страшно одному остаться без мамы, без папы, когда ты маленький. Знаю. Побудь с нами, пожалуйста. Пожалуйста. Ненадолго. Будем Новый год встречать. Я пока не могу. Это почему? Потому что я уже очень сильно в туалет хочу. Вы мне включите свет, а то я выключатель не достаю. Даже на мамин каблуки вставала, все равно не достаю. Ну, пойдем. Отконвоирую. Уважаемые наши клиенты и акционеры, мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом. Наш честный банк приложит максимальные усилия, чтобы сохранить статус вашего надежного лоцмана. Стоп! Девочки, можно да. Да, ты Димон. Тишина. Ага. Да, Дим. Привет. Привет. Что у тебя? Что? Что, опять? Откуда информация? От самого дяди Бори. Ты гляди, как он с нами задружил. Да-да-да-да-да-да-да. Понял. Хорошо. Хорошо, увидимся. Пока.
Так, а что стоим-то? Все, съемка закончена. Завтра доснимаем. Дедушка, а ты наше письмо получил? Какое письмо? Которое мы всей семьей тебе писали. А вы это, его отправляли? Конечно. Вовское письмо у кого? У папы. Так папа с мамой и с бабочкой все в гробе застряли. Вот не повезло, у нас настоящий Дед Мороз, а у нас письма нету. Нет письма? И ладно, давайте с вами словами, только быстро. Тогда пойдем, дедушка, на кухню. Мы всегда с семьей про мечты и желания на кухне разговариваем за ужином. Вот, вот это вот правильная, правильная традиция. Мы тоже будем разговаривать за ужином. А так ночь же. А я, между прочим, по ночам работаю и праздную. А днем сплю. У Дедов Морозов всегда так. Ну что, Серёга звонил? Жена сказала, на работе. Хорошо. А на мобильник? В отключке. Придется ехать. Ломов. Обломов. Ну а что делать? Его нужно перехватить. Не, ну слушай, может без меня обойдётесь? Подъём, рядовой! Ой, мама, не жди меня. Нет, все нужно разогреть. Что ты, дедочка? Дедушка Мороз любит все холодное. Холодное? Ну, детишки, дедушка будет кушать, а вы письмо рассказывайте. Что ты, дедушка? Письма нельзя слушать на битом и том. Лучше я тебе пока про себя расскажу. Когда еще придется? Ты любишь про детей слушать? Конечно. Ну вот, живем мы пока плохо. Да почему? Потому что мы пока дети. Ага. Если бы ты знал, сколько у детей неприятностей, у взрослых совсем по-другому. Ходи себе на работу, деньги за это получай, и телевизор смотри сколько хочешь. А в детстве? Воспитательницы на тебя орут, дети игрушки отнимают, собака слиняют, одежду нужно аккуратно вешать и оставить. Ну и кошмар. Я уже не говорю про еду. Все время заставляют есть. Как будто хотят, чтобы у всех детей были животы, как у одного дядьки по телевизору. Это еще у какого дядьки? Дядька я уже не помню, только живот вот какой. А Сашка мне не дает играть в его компьютер. А Сережка из третьего подъезда. Вовка, что ты все про себя? Давай лучше дедушку спросим, как он живет. Ты никогда не дадешь мне говорить. Я вырасту и из-за тебя разговаривать не научусь. Вовчик, мужчинам вообще это не нужно. Ну чего болтать? А женщины любят ушами. Не всегда. В основном женщины любят за поступки и хорошие дела. Хотя за них же могут и разлюбить. Понятно. Дедушка, да. Ну расскажи, как ты живешь на самом деле? Это в книжках одно вранье. Ну, я живу на Северном полюсе. В уютной избушке среди снегов. А вокруг избушки пасутся стада оленей. Дедушка, а тебе не страшно с оленями одному? Ну что ты, дедочка, я там не один. У меня там верная охрана. А, я знаю, ледяные чудо-богатыри. Еще какие чудо. А еще у меня там друзья-снеговики. Целый год мы делаем игрушки, чтобы под Новый год дарить их детям. А ссоры у вас бывают? Ну что ты, Вовчик, какие ссоры? Мы поем веселые песенки, ходим парами и водим хоровод. Вот здорово! Мне бы туда. Ой, не нужно, дорогой. Там темно и холодно. Не люблю, когда темно и холодно. Дедушка, а ты что, привык? К этому невозможно привыкнуть. Дедушка, а ты почему такой теплый? А я всегда теплею с хорошими людьми. А мы что, хорошие люди? В самый раз.
Ты нам тоже очень нравишься. Дитерки, можно я немножко поем? А? Что ж я про салфетку-то забыла? А я нож и вилку принесу. А, детишки, что это вы в пижамках, а? Ну-ка, быстро сбегали и оделись. Ну, ты прям как наша мама. Деточка, только ты не улетай, пожалуйста. Кто ты, деточка? Ну, куда я улечу с такой кухни? Красота! Знаешь, я все мечтаю здесь эротический клип снять с твоими клиентками. Заказчика не найти. А ты Серегу уболтай. Наша свалка – ваш надежный лоцман. Ага. Ну да, друзья, наша свалка – конечный пункт жизненного пути всех ваших сбережений. А? Гений. Не, ну ты посмотри, как Серега устроился, а? Да. А мы над ним смеялись, когда он директором свалки стал. Оба-на! Цветные металлы принимаете? В любых дозах! Я мастера привез, золотые руки! Оторвем и переплавим! Ну что, значит, опять сбежал. Сам Борис Петрович отзвонились. Денег за лома пообещал. Да, круто. Ну все, снова попробуем перехватить. Знать бы еще где. На лесной дороге он появится точно. Можно попробовать перед домом Бори. Там засада. А тогда где? Все, мужик, я так больше не могу. То есть? Ну, не могу я больше думать. Почему? Трусы к стулу примерзли. И не только трусы. Не, подожди, ну куда ты пошел? Останься с нами. Мы без тебя сиротили. Ну все, мужики, ну холодно мне, холодно. Сейчас сидел, не холодно было, а тут вдруг холодно стало. Ну все, стало, все, мужики, подожди, все. У меня к тебе один вопрос. Как у ботаника. У тебя шкура какой толщины? Да пошел ты! Давай, сержант, форма номер раз. Дедушке Морозу, Дедушка Мороз, мы знаем, что ты самый добрый, самый красивый, самый крутой и классный. Дедушка Мороз, если тебе не жалко и хватает зарплаты, подари мне на Новый год самого большого, какого сможешь найти медвежонка. Вовка просит гоночную машину, но я ему советовала книжку про Чарли Чаплина. Мама просит, чтобы у папы на работе начальник стал добрым и не злым. А что, у папы проблемы? Нет, просто папин начальник второй год папе зарплату не поднимает, а на папе все управление держится. Ну что же... Зарплат поднимем. А папа просит, чтобы у мамы не болел животик. Животик прихватывает. Так это нужно, это, таблетки пить. Ты чего, дедушка? Никакой животик у мамы не прихватывает. У нее в животике наш братишка растет. Или сестренка. Это хорошо. Ну что ж, будет вам братишка или сестренка. Спасибо! Да мне-то за что. А теперь, Дедушка Мороз, пойдем с нами. Ну, пойдем. Ну что, ваши? Да это не ваши. Это...
Твои подопечные наши тачки на лом разобрали. Да ладно, не кипятись. К вечеру соберут. Все, сделаем, сделаем. Зачем разбирать? Сказать, Юрка Валерьевна. Теперь главное, не перепутать. А пока на моей покатаемся. Ладно, действуем по старой схеме. Переходим к тактике ложных звонков. Главное, мужики, чтобы приметы совпадали. Надо, чтобы Борина охрана не у подъезда торчала, а по всему городу бегала. Спасибо. Предновогодний концерт. Не понял. Вы кто? Дед Мороз! Вам кто слово давал? Замолчали оба. Это кто такой? Это наш старший брат Сашка. Я же просил замолчать. Ничего не понимаю. Мы же вас вроде на завтра вызывали. А он сегодня пришел. Сворачивайте ваше шоу. Приезжайте завтра. Саша, как тебе не стыдно так с Дедушкой Морозом разговаривать? Он же обидится и улетит. Сейчас вы у меня спать полетите. Кто без моего ведома дверь открыл? А мы не открывали. А это кто? Мама с папой, что ли? Сейчас посмотрим. Не спят. О, девочки, мальчики, зайчики, родичи зовите. Папа, мама нет, они уехали к бабушке на вокзал. А вас одних бросили. Мы не одни, а с Дедом Морозом. О, круто. Девочка, поищи там у себя шубры и перец. Быстро. И тарелочек штук 5, у нас гостям не хватает. Мне мама сказала, вам ничего не давать. Вы в прошлый раз взяли сковородку и не вернули. Какую сковородку? Какую сковородку, деточка? А папа сказал, что мы вообще не должны открывать двери взрослым. Так уже открыли! Деточка, неси шубуры, быстро! Утром мама с папой приедут, вот у них и спросите. Так до утра гости без шашлыков умрут. Без шашлыков еще никто не умирал. Какая ты умная, деточка, прямо не по годам. Иди быстро за тарелочками. Надо слушаться взрослых. О, кто это к нам тут пришел, а, среди ночи? О, дела, Дед Мороз! Это невоспитанные дяденька и тетенька к нам пришли. Мы же говорили, что мы не одни, а с Дедом Морозом. А, и чего они хотят? Они хотят, чтобы мы им тарелки и шампуры дали. О, шампуры! Дяденька и тетенька просто ошиблись адрес. И сейчас уйдут. Ты че, клоун? Тебя вообще кто спрашивает? Тебе на елку вызвали? Поздравь, детишек! Бери бабки и вали свой дом культуры! Значит, тарелочки нужны. И шампуры! Ну что ж, спляшите веселый танец и получите тарелочки. Сейчас я все брошу, плясать буду! Да. Ну что ж, не хотите плясать? Тогда спойте веселую новогоднюю песенку. Сейчас ты мне споешь и спляшешь. Ну не хотят ни дяденька, ни тетенька ни петь, ни танцевать. Ну что ж, тогда поиграем в снежки. Какие снежки? Ты че, дед? Шампуры гони, ты дед! Нет, сначала снежки. Ты обалдел, что ли? Ты дед больной, что ли? Валера? Ну, гад! Дяденька решил хоровод поводить. Мы веселый хоровод закружили в Новый год! Оба! А теперь полетаем. Валерочка! Валера! Кручу-верчу, уронить хочу! Не умеет дядя!
дяденька, ни песни петь, ни хоровод водить. Не получит на Новый год подарок. С Новым годом! Полина! Я пойду умоюсь. Ой, дедушка, как ты хорошо с дяденьком соседом поиграл. Жалко, папа так не умеет. Умеет, умеет. Стесняется просто. Слушай, псих какой-то. Ну и Деды Морозы пошли. Пошли к Роговым. Возьмем шампуры и тарелки, а? Какие Роговы? Ты чё? 3 часа ночи. Гостям пошли. А шашлык? Без шашлыков еще никто не умирал. Пошли! Ну, детишки, пора мне в эту как ее. В Лапландию? В Лапландии живет Санта-Клаус, а наш Дед Мороз живет в Сибири. Тебе пора в Сибирь. Типун тебе на язык, Вовчик. За подарками мне пора. Не могут же наши детишки под Новый год остаться без подарков. Но они же не виноваты, что меня обокрали. Ну, впрочем, часок-другой у меня еще найдется. Придется оленей гнать. Ну да ладно. Повеселимся! Так, дети, пора греться. А я пойду к Сашке про его желание поговорю. Вы чего входите? Что вам тут надо? Кто вы такой? А ты не догадался? Я не верю, что вы Дед Мороз. Ты что же, атеист? Не веришь в Деда Мороза? Я не верю, что Дед Мороз из агентства. Почему? Потому что все предыдущие годы Дедом Морозом был отец. Ага. Но в этот раз Анька и Вовчик выросли. И он побоялся, что они его узнают. И поэтому вызвал Деда Мороза из агентства на завтра. Но вы пришли сегодня. Анька сказала, что двери они вам не открывали. Значит, вы вошли сами. А это значит, что вы можете... Можете вскрыть любой замок. Вы одели папин костюм. Так. Прогнали наглых соседей. А теперь веселитесь с Санькой и Вовчиком. Ну, потому что скоро Новый год. Что-то не сходится. Да. Вы вор? А что, похож? Да, в общем-то, не совсем. Вообще-то совсем не вор.
Но срок отбываю за воровство. Была у меня бабуля. Она мне была и за отца, и за мать. Приехал я как-то в отпуск, как раз под Новый год, 30 числа, вот как сейчас. Бабушка моя не спала, так как жил над ней веселый сосед. Праздники он уж очень любил. И шли они у него круглый год. Не было от него ни сна, ни покоя. Я наверх соседу этому и говорю, что, мол, живет под вами старенькая бабушка. Со слухом-то у нее все в порядке, а вот с сердцем неважно. А он мне: шел бы ты вместе со своей бабушкой. А я не пошел. Побили его? Повоспитывал. Тихо стало, а 31-го вдруг неожиданно соседа обокрали. Бывает, конечно, но вот странность. Бабуля сказала, что пока я ходил в магазин за апельсинами, сосед приходил к ней за тарелочками. А когда приехала милиция, то они по его наводке у бабули в серванте золотишко-то его и нашли. Вот так, Саша. И загремел я на нары, как чистокровный вор. А сосед мне еще и фразочку кинул. С Новым годом тебя! С новой жизнью! Сложно это для некоторых людей дело, своим весельем чужую жизнь не испортить. Бабулька моя через полгода померла, а сосед по сию пору живет и здравствует. Так вот и думаю я, Саш, стоило ли мне из-за этого дерьма жизнь свою искалечить и бабульку свою раньше времени потерять. И вы даже милицию не вызвали? Так он сам милиционер. Понял. Круто! Так вы сбежали только чтобы отомстить? Очень уж мне хочется, Саша, чтобы одним нехорошим человеком на этом свете меньше стало. А вам не страшно? Уже нет. Я бы так не смог. Чего ты не смог? Ну, как вы. Потому что я никудышный человек. Почему ты так решил? Так все решили. Мальчишки считают меня трусом, потому что я никогда не дерусь. Девчонки считают меня скучным и неинтересным. Да ты не волнуйся, Саша, у тебя еще все впереди. Да ничего у меня впереди нет. Вы же слышали, расшифрован геном человека. Ну, в общих чертах, да. Да, мы оба знаем, что характер человека детерминирован на 50% его ДНК. Стоп. Мне тоже это очень интересно, так что давай по-русски. У человека есть судьба. Его судьба состоит из определенных поступков. А что толкает человека на эти поступки? Характер. А 50% этого характера уже запрограммировано генами, которые он получает от своих родителей. После этого вы говорите, что у меня все впереди. Единственное, что я мог перенять у своего отца, это его бесхарактерность. Он своими генами заложил в меня эту чертову бомбу, которая вот-вот взорвется. И вот когда она взорвется, я так же, как и он, буду думать, что счастье в жизни – это когда у тебя есть семья, машина, загородный дом и хорошая зарплата. Что главное в поступке человека? Результат. Взвесим результаты. Твой бесхарактерный отец. Семья, дом, хорошая работа. Я крутой парень? Конечно. Тюрьма. Работа ноль. Семья ноль, дом ноль.
Ты кто из нас крутой парень? Твой папа или я? Вот такие крестики-нолики получаются. Ой, что у них случилось? Дедушка, раз случилось такое несчастье, и дети могут остаться без подарков, мы собрали свои старые игрушки. Мы с ними аккуратно играли. Забирай свой мешок и наши игрушки. Теперь тебе не нужно лететь в Сибирь. А то пока ты до Сибири доберешься, весь Новый год кончится. Не жалко игрушки-то? Что-то, у нас такой праздник был. Надо, чтобы другие дети эти подарки получили. У тебя лучшие в мире, братишка и сестренка. Береги их. Постараюсь. Алло. Привет, пап. Да, все в порядке. Отмени вызов Деда Мороза. Да, он уже приходил. Пап, ты у меня очень крутой. Дедушка Мороз, приходи еще! А как в новогодней сказке обойтись без Снегурочки? Невозможно. Так же, как Снегурочке остаться Алло? Без Деда Мороза. Ну, привет, Сенин, что случилось? Откуда звонишь? Ногу сломал? Как? Где? На утренней пробежке? И что, сильно сломал? И что? И как я теперь? Как я одна? Где я сейчас найду лишнего Деда Мороза? Ты знаешь, сколько у нас заказов? Деду, ты понимаешь, какую неустойку придется платить? Сенин. Ну, я же говорил, ну не надо заниматься здоровым образом жизни, когда у нас елки. Так, дети, ребята, идите сюда вперед. Перед елочкой встали. Так, молодцы. Так, Маша, Машенька здесь, да, вот так. Вот. Все. Так, ребятки, смотрим на меня в объектив. Сейчас птичка вылетит. Улыбнулись. Так, еще разочек. Борис Петрович, пора! Ну, подожди одну минуту меня. Улыбаемся. Все, молодцы. Дети, гуляйте, гуляйте, гуляйте. До города добросить? Садись. Андрюха, я на точке. Серега, я на точке. Третий на точке, как слышишь? Все, я на точке. Спасибо. Не за что. Подарки не забудь. С Новым годом. С Новым годом.
С Новым годом! Ой, Дед Мороз! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Праздник наступающим! С Новым годом! С наступающим, батюшка! И вас также! Всего доброго! Вот смотри, мил человек, служба у нас с тобой разная, а для людей мы нынче похожи. А знаешь почему? Потому что несем мы им радость и утешение. Я вот иду и думаю. Бежит мимо народ, и дети, и взрослые, все улыбаются, все с праздником поздравляют, все с добром. Так неужто нужно костюм напялить, бороду нацепить, чтобы люди тебе просто так заулыбались? Неужто без зла можно только в праздник и с тем, кто в странный костюм одет? А вот ты о чем заговорил. Но дело тут не в облачении и не в бороде, а в том, что люди от нас с тобой зла не ждут. Поэтому встретили двух добрых людей и порадовались, и улыбнулись лишний раз. А если, к примеру, напьешься ты, начнешь сквернословить и людей обижать, тут хоть костюм дюймовочки напяль не поможет. Да это и понятно. Ладно, вы не обращайте внимания, дурь всякая в голову лезет. А что это, Дед Мороз, не в новогоднем настроении? Ничего, скоро поправлю. И правильно, негоже в таком настроении пребывать. Тебе же еще детишек поздравлять идти. Был уже. Вот вы мне другое объясните. У вас сказано, прости, возлюби врага своего. Ну, невозможно. Ну, нет никаких сил ни простить, ни возлюбить. Слышал, жизнь человека с книгой сравнивают. И вот на одной странице светло и весело, а на другой темным темно и грустно. А люди свою книгу читают от страницы к странице. А ты на черной застрял. Листай свою книгу дальше. И будет светлее и интересней. Ей-богу. Господи, как просто-то. Спасибо, батюшка. Знаете, мне как-то странно, но не первый раз в жизни захотелось благословения. Благословите. Благословите. А я в первый раз в жизни Деда Мороза благословляю. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Помоги, Господи, этому человеку научиться прощать и любить. Аминь. Ой, Дедушка Мороз! С Новым годом! С Новым годом! Ну, а ты что же без игрушки? С Новым годом! Спасибо, дедушка. Ух ты! С Новым годом! Спасибо. Смотри, дедушка. С Новым годом. Подарок. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. С Новым годом, люди! Здравствуйте! А кто в этом доме поживает, да добра наживает? Ладочка и Сонечка? А Дед Мороз у нас где? Так его нужно позвать. Дедушка Мороз, иди к нам! 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 Дедушка! Ты не Дед Мороз, это переодетая Снегурочка. Лучше бы папа попросила бы Деда Мороза. Сонечке, да. Ладочки, вот. Да. Ой. Ну какой из меня Дед Мороз? Может, вправду какого-нибудь папу уговорить? А вдруг согласится? О, гастронома! Наверное, хочет лодку купить. Алкоголик проклятый! Да скорее, говорю, долго мы удержать не сможем. Такой бугай! Да!
Да, в арестантской форме. В робе этой, да. Да, в подвале. Улица Кулибина, дом 13. Да. Давайте долго... Я говорю, долго мы его не сдержим. Все. Алло, милиция. Это у вас преступник сбежал? Я его только что видел. Где конкретно? На улице где? Давай, давай, пошел. Чего ты толкаешься? Больно же, а? Не надо. Что ж ты делаешь, да? Кому ты говорят? Ты ложись! Ты... Ложись, сказал! С Новым годом! О, с Новым годом! А ну-ка, дед, вали отсюда! Вали! Стоишь тут! И давно так лежим, ребят? Недавно! Молчать! Давай, 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 давай. А ну-ка, дед, вали отсюда! Чем лежать? Мордой в снег! Мордой в снег лежать! Ясно сказал, Дедушка Мороз! А мы спецназ вызвали. Не надо. Мы тут сами разобрались. Дедушка Мороз помог. Шеф, дед, босс, я все видел, это он, я видел. Дед Мороз, Дедушка Мороз, вот его, да, вот. Он нам помог, шеф. Ага. Давайте познакомимся. Очень приятно. Может, у вас в кабинете познакомимся? Чай, кофе, кола? Очень кушать хочется. А да, конечно, конечно. Братишка, милиции про меня не говори, а то у меня елка через 40 минут, а с их протоколами точно опоздаю. Детишек жалко. Ладно. Скажем, сами задержали. Минуточку. Ваше. Благодарю. Прошу. Ой. Уважаемый дядя Лёша, Дед Мороз, сегодня вы спасли не только деньги, вы спасли репутацию нашего банка. И я считаю, что ваша храбрость, она требует вознаграждения. Поверьте, у меня больше нет. А можно половину этой суммы, но наличными? Так вы получите всю эту сумму наличными. Если вам угодно. Робби в подъезд забежал. Я спросила, почему он так одет, говорит, маскарад. Не знаю, что-то подозрительно. Приметы? А, глаза выразительные, уши не торчат. Нос? Прямой. С горбинкой. Рост? 1,75 м? 1,85 м. Глаза круглые. Пятый, как слышишь? Че, уснул, что ли? Пятый на связи. Снимай охрану, Борис Петрович, у меня людей не осталось. Снимай всех из подъезда, из крыши. Мне твой Борис Петрович больше лома. Разрешите надоел. Хотя бы двоих оставить. Уважаемые наши клиенты... Борис Петрович давно не любил Новый год. Этот праздник стал для него пыткой. Он не покупал елку, не готовил подарков и не ждал их. Он ждал только одного – лома. Mm-hmm.
Алло, Сизов, так скажи, взяли? А где люди? Как во дворе? А что, на лестнице никого нет? А почему у тебя люди заняты? Что? Ложные звонки? Да знаю я, что тебе надо реагировать. Наверняка знаю, кто это звонит. Э, командир, иди сюда. Я? Конечно, ты. Давай. Все, отбой. Нашли Дед Мороза. Да не волнуйся ты. Быстренько поздравишь, и мы тебя назад отвезем. Такое событие. И день рождения, и Новый год. Командир, будь человеком, ну чё ты? Ладно, давайте. Но только быстро. Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Что, тянет в родные пенаты? Не то слово, товарищ генерал-майор. А мы не одни. Вижу. Поздравляю вас с днем рождения, товарищ генерал-майор. Счастья, здоровья, как говорится. Побольше выпускников. И чтоб ни за кого из них вам не было стыдно. Ну и с наступающим Новым годом вас. Спасибо, товарищ Мороз. А вот это вам. Чтобы тревожные сирены звучали в вашей жизни как можно реже. А это кто ж придумал-то? Ну, не ожидал. Сами не знали. Это он сам. По собственной инициативе. Спасибо, командир. Так что же вы меня сегодня все командиром-то называете? Ха, так в эти дни ты, Дед Мороз, и есть главный командир. Ну, а тогда разрешите поздравить личный состав? Давай. Есть! Ремнись! Смирно! Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравствуйте, товарищ Дед Мороз! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Ура! 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 Товарищ генерал-майор, а разрешите еще в честь праздника? Что еще придумал? Ну, разрешите. Ну, разрешаю. Торжественному маршу, посвященному наступлению Нового года, временно на месте, в дальнейшем хоровод, шагом марш, оркестр! Yeah.
знали, что они так умеют. Сами не знают, товарищ генерал-майор. Веселей, веселей, веселей! Шепче! Где вы его нашли? На улице. Такие Дед Мороза на улице не валяются. Боря, может, стол будем накрывать? Какой стол? Кому? Разбежались все как крысы. Никого не дозовешься. Борь, а может, он не придет? Он не придет? Иди ты! А я в церковь ходила, свечку ставила. Знаешь, куда свою свечку? Все. Ну, давай! Давай, давай! Давай, теперь ты меня бросай! Бросай! Прибегите все! Коля, бегите все! Пока меня тут на ремни резать будут! Пока меня тут... Ой! Ой! Смотри, жена его вышла. Тоже не выдержала. А, между прочим, прошлый год тоже у матери встречала. О, гляди! Ого! Коллеги! Но охраняет его генерал-майор. Ну, спасибо тебе от души. Такое поздравление мои ребята не забудут. Я тоже. Ну, всего вам доброго. Спасибо, что довезли. Да ну, пустяки. Извини, что не заплатили. Да ничего, я не бедный. Товарищ генерал-майор. Константин Георгиевич. Константин Георгиевич. Это, конечно, не мое дело. Я извиняюсь, но, по-моему, вас пасут. Кто? Ребята, а ну-ка притащите ко мне вон тех пацанов. Есть. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Задание мы пустили, а свои же вы-то что в засаде? Так, не понял, кто меня тут пасет? Мы свои, мы на задании, мы вас не пасем. Это вернее, мы не вас пасем. Свои, не свои, пасем, не пасем. Я наружку сразу чувствую. Короче, кто приказал? Сизов. Не знаю такого, кто над ним? Генерал Белугин. Юрка? Да пусти... Юра, привет, узнал? С наступающим на тебя. Слушай, с какой это радости твои опера мне на хвост сели. Какой Борис Петрович, какой Ломов. Ты скажи Сизову, чтобы он их отозвал. Или сам прикажи. Да? Так точно? Понял? С Новым годом, Юрий Андреевич! Пока. Извините. Спасибо. Ну, спасибо тебе, сынок. А я сразу не заметил. Тебе куда? Да мне вообще-то вон туда. Проводить. Есть, есть. Вот это хорошо. Я ненадолго. Ну, пошли. Мужики, а давайте сначала вы. Сюрприз все-таки. Сделаем. Кто там? Откройте, милиция. Ну,
Поздравляю вас с наступающим Новым годом, товарищи. И вас также. Прошу. Пока свободны. Ну что, сосед? Здравствуй. Здрасте. А, да, я забыл. Сейчас. Вот, сейчас. Так, это не то, это у нас, это позапрошлый год, это тоже не то. Вот, отчет за текущий год. Так, значит. Январь месяц. Залил детям каток. Подтверди. А? Подтверди. А, пожалуйста. Вот, прошу. Вот фотографии объекта. Вот подписи детей. В количестве 15 штук. Так, теперь. У нас идет февраль месяц. Соседки с третьего этажа. Лидии Петровне были заменены разбитые стекла на лоджии. Пожалуйста, фотографии прилагаются. Вот фотография стекол, вот моя. Не похож? Почему? Нет, а я же здесь, вот, в халате жены. Как не похож? Теперь. Благодарности соседке. Есть, прошу. Вот. Одни благодарности. Раз. Вторая. Вот третья. В марте месяце Сергею Сергеевичу с первого этажа привез мешок картошки. Между прочим, из своего личного погреба. Ну так картошку нужно осенью привозить. Напрасно вы так говорите, потому что Сергей Сергеевич был очень доволен. Боря, я что-то не пойму. Ты что? В месяц по одному доброму делу делаешь? Нужно увеличивать производительность. И потом расширяй зону действия. Хватит возиться в одном и том же дворе. А я же в апреле же наверстал все. Вот смотрите, спасено, кошек спасено. Три штуки спасено кошек. Две кошки были сняты с дерева. Одна кошка была извлечена из мусоропровода. Пожалуйста, теперь починено старых телевизоров. Отремонтировано, Боря? Отремонтировано. Две. Два, Боря. Ну, два. Скорых помощи было вызвано 5. Нет, 7. Ну так 5 или 7? 7! Одну для себя! Ну а остальные кому? Ну я не помню. Все, я уже ничего не помню. Я уже ничего не знаю. Я устал от добрых дел. Вот. Вот я написал чистосердечное признание. Лом! Я больше не могу. Я устал. Сил нету. Можно я лучше на зону пойду? Все, Боря, я тебя перелистываю. Ой. Твоей страницы в моей жизни больше нет. Ой! На Новый год Деда Мороза ждут в домах и квартирах, и даже в гостиницах. К счастью! Да, к счастью. Джаджанашвили? Джанджалашвили? Деда Мороза заказывали. Деда Мороза? А как же? Вы добрый человек. А как же? Поможете, а? Готов, слушай. А кто это в доме поживает и добра наживает? Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. А где дети? Далеко, слушай, в Тбилиси.
А кого поздравлять? Как кого? Меня? Давай подарок. Я тебе песню буду петь. Trello pepe la ga prindine la deli avranu ni ranu ni deli avranu ni deli avranu ni deli avranu ni ranu ni deli avranu ni deli avranu ni deli avranu ni. Лом. Ломов. Ломов, Алексей Михайлович. Берем? Группа захвата. На выход. Да нет, мы недолго. Да, теперь мы не опоздаем. Конечно, обязательно передам. Боря отнес чистосердечное признание. Обязательно передам. Сейчас. С Новым годом! И вас также, с Новым годом! С Новым годом тебя! Слышала? Все, свободен наш взводный. Отбой. Ну что, ой, мороз? Ой, мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня. Дед Мороз? Где ж ты был, когда был нужен? Откуда ты? Я с праздников детей поздравляла. Одна. Поставьте меня, пожалуйста. Откуда ты в моей жизни? Из разбитой машины. И, кстати, я из своей жизни, которой только что чуть-чуть не лишилась.
это судьба. Это знак. Какой знак? Тебе не хватало Деда Мороза, а мне не хватало Снегурочки. Как все быстро. Я понял, что именно сегодня я ничего не должен откладывать на завтра. Представляешь, сначала я бегу с зоны, потом знакомлюсь с замечательными детьми, потом первый раз в жизни получаю благословение священника, затем совершаю подвиг, и мне вручают денежное вознаграждение, потом получаю свободу, встречаюсь с самыми близкими мне людьми, и вот теперь ты. Все по законам земного притяжения. Мне, пожалуй, пора. Поставьте меня. А за машину не беспокойтесь. Если ты исчезнешь из моей жизни, я перестану верить в чудеса. Но Дед Мороз, который не верит в чудеса, так не бывает. Так не должно быть. Ну все, мы дальше сами. Ну, езжайте! Пока! Удачи вам! Можно быть влюбленным заранее, влюбленным в еще незнакомого человека. Давай! Так случается любовь с первого взгляда. Против лома есть прием. Лом сломался. Красиво у нас получилось. Смотри. Нравится тебе? Смотри, как они блестят. Давай вот эту лямчу сюда. Вот этот шар сейчас сюда. Вот, смотри. Папочка, я все аккуратно повесила. Да, молодец, Анечка. Кого там принесло? Соседей? Да что ты, мама, они с прошлого года к нам не заходят. Младовых 22А? Саша, Вовочка, Анечка, вам посылка. Распишись. Заноси! С Новым годом! Ух ты! Привет, Санек. Вот купил тебе путевку на зимние каникулы в австралийский дайвинг-центр. Собирай манатки и дуй. Кто-нибудь что-нибудь мне объяснит? Это от кого все? Сашка, Сашка! Вот тебе еще записка! Телефон! Подержи. Саша, позвони по этому телефону. Ага. Алло? Алло? Саня! Рад слышать! Здрасте! С наступающим! Как Анечка и Вовчик? Живо-здорово! Очень хорошо! Спасибо за путевку! Да не за что! Смотайся обязательно, впечатление будет на всю жизнь! Это тебе не компьютерная война! Рыбины такие, закачаешься! А красота... Дай Вовчика! Здравствуй, дедушка! Вовка, привет тебе от моей Снегурочки! Ну ладно, все, обнимаю вас крепко. С наступающим вас Новым годом! А ты что, разве к нам не придешь? Вов, ты что, там плачешь, что ли? Не я один. Не один, а с кем? С сестрой. С Анечкой? Ребят, да вы чего? Ну, я еще перезвоню.
Чего вам, ребята? Нам 4 маски Бэтмена. Мама. Дети, милые, ну так нельзя. Давайте начинать, а? Давайте. Он позвонит, он обязательно позвонит. Совсем не обязательно, у него тоже семья и праздник. Пап, ну ты не знаешь, какой. Мы поговорим с ним и все-все съедим. Дедушка, это ты? Конечно, Анечка. Ну что, вы подготовились к празднику? Подготовились. И еще тебе письмо написали. Еще больше, чем в прошлом году. И еще спасибо, дедушка, за братишку и сестренку. Это какому такому дедушке и какое такое спасибо? Мы тебя целый год ждем. Да я не один теперь, я со Снегурочкой. Хорошо, что со Снегурочкой. Мама гуся зажарила, еще больше, чем в прошлом году. На всех хватит. Ну, я не знаю, Володь, у вас там семейный праздник. А ты что, разве не семейный? Бывает же семейный доктор. Значит, ты должен быть семейный Дед Мороз. И семейная Снегурочка. Ну, тогда открывайте дверь. Разрешите представиться. Ломов Алексей Михайлович. Дед Мороз по неволе. Здравствуйте. Ух ты! Мальчик и девочка. Ваши? Мои. Поздравляю. Я говорил, что вы крутой. Здравствуйте. А вы верите в счастливый случай? Хорошо. Это значит, вы еще не потеряны для сказки. Это значит, в любой момент вы можете стать ее автором или даже героем. Главное — попасть на удачную страницу.